Урок 8. Мастер эффектов. Программа Virtual DJ 6 Pro имеет ряд встроенных эффектов, способных приукрасить некоторые части композиций, придав им особое звучание. Чтобы активировать звуковой эффект, нужно выделить его из списка в закладке Sound Effects и нажать кнопку Activate on Deck. Эффекты регулируются при помощи четырех основных параметров: Volume – громкость, Delay – задержание, Speed – скорость и Length – продолжительность. Использовать эффекты следует с осторожностью, избегая неуместных излишеств, чтобы не нарушить характер микса. В большинстве случаев эффекты используются между структурными частями трека во время отсутствия основного бита. Например, эффект Flanger хорошо использовать во время разгона музыки перед началом основного бита, что придаст разгону более захватывающий звук. Звуковыми эффектами мастер эффектов управляет эффектами видео в закладке Video Effects и эффектами переходов от одного видеоролика к другому в закладке Video Transition.